Здравствуйте, ребята. Я опять с Артичала. Я у Агам Али в гостях. И снимаю голубей. Как в голубятню захожу, сразу глаза попадаются хорошие голуби. Лимонка. Наша лимонка, красивая. Самец бамбовской. Смотрите. Как Хасан говорит, если это не голубь, Москва не река. Молодец, брат. Про мою лимонку сказала. Привычка у него. Здесь цыгане хорошие, ребята. Браманы, чилкары, я сейчас вам покажу отдельно. Человек много не держит, но что держит? Пакинский шейка. Вон там сидит второй самец. Тоже неплохой, ребята. Ребята, то, что во дворе голуби, они внизу или на крышу поднялись? Внизу. Внизу они? Да. Сейчас пойдем снимем там. Вам нравится в тени здесь находиться? А ну давай на улицу. Хороший. Хороший еще раз хочу снять. Когда мне голубь понравится, я могу долго на него смотреть. Оцените, ребята. Потому я всегда говорю, что голуби не только у меня. По всей Грузии есть ребята такие, что придешь и душа радуется. Давай на улицу снимем. Айс, мама, лес. Айс, да? Ага, да, помню этого самца. Вот этих гоняешь? Тут собирали. Да? Щеки желтые, молодые птенцы сизые здесь. Такли тоже есть. Бакинские мраморные.
Давай, погони тогда. Володя, ради. Жарко. Тридцать пять градусов жары сейчас. Ну, хай. Страшно. Чат, он отказывает. Хищник прилетел, да? Он отказывает, что это? Он отказывает. Сразу попадали голуби. Хищник пришел. Ага, молодые все, из кунята здесь. Это не гон, напуганный, смотрите, как сумасшедший.
Белые сели, две штуки летали. А, нет, вот один, еще один бил. А, один вот там. Второй тоже летит. Ну что, сели. Голуби сели. Ну что, снял я, ребята. Внизу чуть-чуть погнали, но хищник не дал до конца их выгнать, чтобы посмотреть, как они покроются, какую игру показывают. Не дает. Всем пока, до свидания.